Известный немецкий телеканал ТВ Берлин подготовил репортаж о Баку. В репортаже подробно рассказывается о столице и его памятниках: Ичари-Шахер, дворце Шерваншахов, храме огнепоклонников Атажгях, заповеднике Гобустан, городе Гёйгюль, где проживали немцы. Как сообщили Азертач в Министерстве культуры и туризма Азербайджана, в интервью телеканалу министр культуры и туризма Абульфаз Гараев рассказал о развитии туризма в стране. Он отметил, что Азербайджан недавно появился на туристической карте мира. Мы начали серьезно заниматься туризмом 10-12 лет тому назад и за эти годы достигли заметного прорыва в создании нового имиджа страны. Для этого в стране были реализованы огромные инновационные проекты, связанные с созданием инфраструктуры. Министр напомнил и о том, что страна принимает такие масштабные мероприятия, как Международный форум по межкультурному диалогу, музыкальные фестивали, а впереди нас ждут захватывающие континентальные игры Баку-2015. Абульфаз Гараев также рассказал о богатой кухне Азербайджана. Камил Алиева, Эльмил Ачинов, Азертач.